Добрый вечер, уже практически доброй ночи скоро будет, потому что время у нас 22:08. Я решила, что хочу сегодня сделать беляши. Фарш стоит, ждет. Тесто вот замесила простое тесто на килограмм муки. Ой, секундочку, у меня там мусор. У меня вот овсяный кисель уже перебрала, все стоит, слила. То есть, значит, у меня на килограмм муки пшеничной, грамм 600 воды теплой, дрожжи сухие пакетик, 2 столовые ложки сахара, чайная ложка соли, все, и мука, растительное масло, ну, ложки 3-4 столовых я лью. Замешиваю тесто, и в теплое место я для этого использую духовку, подогреваю до 50 градусов. Ставлю туда, чтобы поднялось. Вот оно сейчас поднялось, я его осаживаю. Он тоже такое теплое, хорошо теплое тесто. Вот, оно второй раз подымется, будет готово. Для начинки у меня 800 грамм фарша, в блендере перемолотый лук, луковица целая, соль, перчик и миллиграмм 100 водички холодной. Все, это готово. Сейчас тесто еще раз второй подымется. Осадила пленку пищевой, натянула и опять духовочку. Еще раз на подъем. И все, когда поднимется, уже будем осаживать процесс выкатки, формировать комочки, начинку и жарить. Сегодня четверг, и я подумала, что вполне себе так можно. Полночи прозаниматься беляшами. Здесь у меня мука. Все, масло стоит, фаршик ждет. Все, ждем, пока подымется. Сейчас тоже какой-нибудь перелью кисель, это уберу в холодильник. Очень полезная штука для желудка, хорошо. Вот. Так что ждем, когда подымется. Идет полным ходом. Уже и фарш, в принципе, остался на чуть-чуть. Тесто вот у меня, значит, тесто берем. Я отрываю кусок, раскатываю в колбаску. И вот такие кусочки. Как небольшие яички. Туда уходит вот, ну, не полная, вот тут прям ложка, но скорка. Вот. И вот такой. Ну, минуточку. Вот столько фарша. Один. Я их леплю любой формы, какой получается, дырочкой. И выпекаем сначала на стороне, где дырочка, потом на другой. Вот уже готовенькие. Продолжаем. Не знаю, мне кажется, у меня тесто останется. Потому что фарша осталось совсем чуть-чуть. А время тем временем, прошу прощения за тавтологию, приближается к полночи. А тем временем все идет своим чередом. Последняя партия. Фаршик все закончилось. Остался кусочек теста, который можно сладкий сделать, пирожки. Ребенку. Муку сейчас уберу. Дожарю и все буду мыть. Так. С возвращением, городские влоги. Приятного нам аппетиту. А вы тоже, если не лень, присоединяйтесь. На самом деле не так сложно. Просто по времени немножко растянут. А так вполне даже себе ничего еще нет 12.